Вы готовы? Нет. Что есть у него? Как раз это волнительно для нас происходит. Сегодня мы подготовили для вас довольно-таки обширную поэтическую программу. Сегодня мы постараемся в некоторых скользких и интересных моментах бить прямо в сердце. Я же знаю, что ты не ради денег этим всем занимаешься. Так. Ради чего это все? Ради того, чтобы люди знали, что есть культура не только навязанная радиостанциями, телевидением, звездами, попсой, эстрады, а есть культура и искусство из низов, из народа, из людей и в первую очередь из молодежи. Автобус пустим. Святой отец, не надо грусти. Для храма варианты есть попроще. Вон за рекой срубите рощу и стройте там хоть синагогу. Поэзия — это, можно сказать, красота мира, которая доступна взгляду всех, но сформулировать и выразить ее могут единицы. Ну, то есть, если бы в мире не было поэзии в большом смысле, ну, то есть, не было бы красоты, то мир был бы у нас серый, безрадостный и неинтересный. А когда такой мир, люди, соответственно, было бы больше зла и прочей гадости. Поэзия — это такая вещь, когда не просто вот рифмовать, не просто рифмы, а красивые, с глубокие, со смыслом, с каким-то посылом, который чему-то учат. Вот быть поэтом в Оренбурге – это учить людей добру. Как поэт я стараюсь видеть красоту в окружающем нас мире. И своим участием на больших вечерах, когда мы собираем большой зал, я призываю людей тоже увидеть эту красоту среди серых будней. Я люблю эмоции, эмоции у зала. Конечно, это от меня зависит, чтобы можно каждого человека вывести, как-то что-то в нем уколоть его, чтобы он что-то почувствовал. Если хоть один в зале человек укололся моей манерой, моей подачей, то это для меня огромная победа. Для меня этот проект как второй дом. Кто-то может стать хорошим поэтом, а кто-то может себя творчески проявлять как чтец. Я сама начинала просто со своих произведений, а потом как-то вот что-то не получилось. И мне посоветовали себя как чтец тут реализовывать. Первый раз выхожу на сцену, первая эмоция – это, конечно же, шок. Когда я выхожу, и все они на меня смотрят, их так много. Поэзия, ну, пожалуй, это часть моего внутреннего мира. Это часть меня. Это стихи Есенина, Лермонтова, особенно Высоцкого. То есть, ну, может быть, когда-нибудь я выйду и с Высоцким на сцену. Одна такая мечта у меня есть. Боярин? Поэзия для меня – это внутреннее состояние души человека. А так как я тоже чуть-чуть бывает иногда, да, поэтому это внутреннее состояние моей души. Значит, хочешь взлететь? Даже очень хочу. Аки птица, говоришь? Аки птица, говорю. Ну а как не взлетишь? Непременно взлечу. Очень интересно, потому что для молодежи сейчас это актуально, я считаю, такие мысли, которые должны в голове быть у каждого взрослого состоящегося человека. Это очень интересно, я считаю. Эстетика начала этого действа, тогда, когда приходящие узнают страницы истории, страницы литературы, заслуживает большого-большого восхищения и благодарности.